Внимание, спортсмены переходят к выступлению во втором упражнении тяжелоатлетического двоеборья «Толчок». Установлен вес штанги 95 кг. Номер один валовой Андрей, Южно-Сахалинск, 95 кг. Первый подход готовится номер 8, Гетманцев. Подъем засчитан. Установить вес штанги 100 кг. Вес установлен номер 8, Гетманцев Александр, город Волгоград, 100 кг, первый подход. Готовится номер 9, Макаренко. Подъем засчитан. Вес прежний. Номер 9. Макаренко Павел, город Самара, 100 кг. Первый подход. Готовится номер 1. Воловой. Подъем защита. Вес прежний. Номер один. Воловой Андрей. Город Южно-Сахалинск. 100 кг. Второй подход. Но готовится номер 8. Гетманцев. Подъем засчитан. Вес штанги 103 кг установить. Заявка номер один. Воловой. Третьему подходу. Номер один. Воловой Андрей. Южно-Сахалинск, 103 кг, третий заключительный подход. 2 минуты на подготовку. Готовится номер 8, Гетманцев. Thank you.
прошла минута. Подъем неудачный. Установить две штанги 105 кг. Номер один валовой. Результат в толчке 100 кг. И в сумме двоеборье набрал 175 кг. Весовой категории 69 кг. Вес установлен. Номер 8. Гетманцев Александр. Город Волгоград. 105 кг. Второй подход. Готовится номер 9. Макаренко. Подъем защита. Две штанги 110 кг. Готовится номер 9 Макаренко. Номер 9. Макаренко Павел. Город Самара. 110 кг. Второй подход. Готовится номер 8. Гетманцев. Подъем, защита, вес прежний. Номер 8. Гетманцев Александр, город Волгоград. 110 кг, третий заключительный подход. Готовится номер 2, Миненко. Подъем неудачный. Две штанги 115 кг. Номер 8 Гетманцев. Результат в толчке 105 кг. В сумме двоеборья набрал 185 кг. Весовой категории 105 кг. Thank you.
Вес установлен номер 2. Миненко Виктор. Город Олимпийский. 115 килограмм. Первый подход. Готовится номер 6. Козлов. Подъем, защита. Две штанги 120 килограмм установить. Вес установлен номер 6. Козлов Илья. Город Волгоград. 120 килограмм. Первый подход. Готовится номер 2. Миненко. Подъем засчитан. Вес прежний. Номер 2. Миненко Виктор. Город Тольятти. 120 килограмм. Второй подход. Готовится номер 9. Макаренко. Подъем засчитан, вес прежний. Вес прежний. Номер 9. Макаренко Павел. Город Самара. 120 килограмм. Третий заключительный подход. Готовится номер 6. Козлов. Подъем, защита. Вес штанги 125 килограмм установить. Номер 9 Макаренко. Результат в толчке 120 килограмм. И в сумме двоеборья набрал 212 килограмм. Весовой категории 105 килограмм. Вес установлен.
Номер 6. Козлов Илья, город Волгоград, 125 килограмм, второй подход. Готовится номер 2. Миненко. Подъем защита. Вес прежний. Номер 2. Миненко Виктор. Город Тольятти. 125 килограмм. Третий заключительный подход. Готовится номер 6. Козлов. Подъем неудачный. Установить две штанги. 130 килограмм. Вес установлен. Номер 5. Козлов Василий. Город Южно-Сахалинск. 130 килограмм. Первый подход. Готовится номер 6. Козлов. Подъем защита. От дальнейших подходов номер 5 Козлов Василий отказался, завершив выступление толчки с результатом 130 килограмм. Внимание, технический перерыв. Один вообще снял. Внимание, участники, 2 минуты технический перерыв. Дойдет, я до 4 метров.
сам говорит, да, не смотришь. Внимание! Начинаем. Продолжаем наше соревнование. Вес штанги 130 килограмм. Номер 6. Козлов Илья. Город Волгоград. 130 килограмм. Третий заключительный подход. Готовится номер 5. Козлов. Thank you.
Прием защита. Установить две штанги 150 килограмм. Готовится номер 7 Камагин. Заявка номер 10 Кириенков. 155 килограмм ко второму подходу. Номер 7 Камагин Сергей, город Самара, 150 килограмм. Первый подход. Готовится номер 10 Кириенков. Подъем, защита. Две штанги 155 килограмм установить. Готовится номер 10 Кириенков. Вес установлен. Номер 10. Кириенко Владислав, город Донской. 155 килограмм. Второй подход. Готовится номер 7. Камагин. Подъем защита. Вес прежний. Дима, по центру поставьте. Готовится номер 7 Камагин. Номер 7, Камагин Сергей, город Самара, 155 килограмм, второй подход. Готовится номер 10, Кириенков. Подъем неудачный. Установить две штанги 157 килограмм. Вес установлен. Номер 10. Кириенко Владислав, город Донской, 157 килограмм, третий заключительный подход. Владислав завершает наши соревнования.
Подъем неудачный. Номер 10 Киренко. Результат толчки 155 кг. В сумме две буря набрал 275 кг. Весовой категории 105 кг. На этом выступление возрастной группы М39 кг. Второе место и серебряная медаль Олово Андрея. Результат 175 кг. Представитель Сахалинской области. Грамоту. Первое место и золотая медаль с результатом 215 кг. Умененко Виктора. Самарская область, представитель. Вот он на память. Весовая категория 94 кг. Второе место и серебряная медаль у Козлова Ильи. Результат 225 кг. Представитель Волгоградской области. Первое место и золотая медаль у Козлова Василия. Результат 270 кг. Представитель Сахалинской области. Весовая категория 105 кг. Третье место и бронзовая медаль у Макаренко Павла. Результат 212 кг. Представитель Самарской области. Второе место и серебряная медаль у Камагина Сергея. Результат 265 кг. Представитель Самарской области. Первое место и золотая медаль у Киренкова Владислава. Результат 275 кг. Представитель Тульской области. Награждение производим командам первенстве. Абсолютным чемпионом стал Козлов Василий с результатом 310 очков по системе Синклера. Представитель Сахалинской области. Производим награждение в командном первенстве. Третье место в командном первенстве с суммой очков 210 завоевала команда Нижегородской области. Очков 224 заняла команда Самарской области. Первое место в командном первенстве сумма еще 224 заняла команда Московской области.
Вольно полку. Так, и это сейчас.